Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией, есть звук и есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз включил наш обзор, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем на наших обзорах. Рассматриваем прошлый торговый день с точки зрения выхода важных новостей статистики, отмечаем, как эти новости статистика повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный важный новостной фон, ищем возможности для входа в сделку, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям, ну и плюс мониторим уже текущее состояние рынка и текущие наши открытые позиции. Так, ну что, вижу, у нас потихоньку народ подключается. Так, плюсики стоят. Угу. Все нормально. Сейчас мы с вами рассмотрим, да, что у нас, в общем, происходит с черным золотом. Периодически с вами смотрим, учитываем все-таки, потому что, конечно, рынок черного золота у нас влияет на наши инструменты, основные инструменты. Вот, значит, посмотрим, у нас вчера, в общем-то, был гэп, достаточно неплохой гэп, вот, и, собственно, у нас черное золото обновило максимум вчера, выше 57 у нас был максимум, вот, и сейчас цена, в общем, стремится к снижение, то есть идет коррекция, конечно, она должна быть в любом случае, то есть после вот такого сильного направленного бескоррекционного движения, да, то есть мы должны были видеть, вот, ну и сейчас мы наблюдаем за постепенным таким сокращением и, в общем-то, закрытием гэпа, который должен быть, я думаю, в ближайшее время увидим 54.05, потому что опять же, те позиции, да, которые открывались по рынку черного золота, покупки, да, на основании, опять же, вот, недавних событий, да, сокращения нефти, заморозки, да, то есть странами, входящими в ОПЕК, не входящими, да, в ОПЕК. Вот, то есть, по факту, да, у нас события уже прошли, закончились, и сейчас, конечно, нужно ожидать все-таки ну, закрытие, да, лонговых позиций и, конечно, коррекцию, образование максимума на дневке локального и движение вниз, то есть зона коррекции. Вот, и, конечно же, вот такой вот рост, да, который был у нас там на протяжении той недели, конечно же, он прежде всего повлиял и на рост сырьевых, прежде всего, валют, да, это канадский доллар, да, это, собственно, наш российский рубль, да, плюс также австралиец, новозеландцам тоже вот рост нефти имеет такой сейчас для них именно сдерживающий эффект, да, сдерживающий именно от падения среднесрочного, да, продолжения тренда вниз. Вот, но австралиец, новозеландец мы, конечно, с вами сегодня еще рассмотрим, дойдем до них. Вот, но это, конечно же, один из таких главных мощных факторов, все-таки сдерживающих сырьевые инструменты, которые находятся сейчас, ну, на достаточно неплохих уровнях. Вот, поэтому ждем коррекции дальнейшей, да, ну, ну, как минимум в ближайшее время от закрытия гэпа возврата к зоне 54.05. Далее, что касаемо золота, по золоту мы увидели также вчера образование на 4 часовке минимума, да, то есть был небольшой у нас откат, возврат к важной зоне, теперь уже сопротивление 1164.32, и сейчас мы видим, потихоньку разворачиваемся, образовываем максимум на 4 часовки и движение. Потенциал, да, у нас есть, как я еще вчера, да, выражался, говорил, что движение у нас 1143.64, потенциал сюда движения, то есть обновление прошлого минимума есть. Вот, опять же,
главным фоном, да, и ожиданием служит, опять же, повышение процентной ставки, да, завтрашнее заседание, да, сегодня стартует, да, первый день будет рассмотрение как раз-таки согласования, голосование за повышение процентной ставки будет сегодня, а завтра уже будет оглашено, в общем-то, решение нам, да, мы уже по факту, в общем-то, узнаем, да, ну и еще один такой момент, конечно, основной, да, то, что, конечно, это событие, я вам тоже про это говорил, то есть отрабатывается, как правило, заранее всегда, то есть уже, в общем-то, в ценах заложено, да, повышение процентной ставки, и такой немаловажный фактор будет в дальнейшем, уже завтра, это то, что скажет сам регулятор, да, ФРС и, собственно, глава Джанет Йеллен, что ожидать в будущем. Да, и, в общем-то, совпадут ожидания ФРС, политика, да, с ожиданиями инвесторов, которые начинают уже, да, то есть и ранее начали, да, закладывать, в общем-то, в ценах на там, сам американский доллар, да, уже там будущие изменения по денежно-кредитной политике, да, и в том числе будущие повышения. Вот, поэтому, конечно же, завтра динамика, да, то есть основная все-таки динамика будет уже от выступлений Джанет Йеллен, которая может, в общем-то, ну, если, опять же, будет очень осторожна, да, в своих высказываниях, как это обычно бывает, да, то есть она суперконсерватором является, если она будет достаточно аккуратно, осторожно, если она не оправдает ожиданий инвесторов, то мы можем увидеть завтра и снижение американской валюты. Причем, ну, достаточно серьезное и, в общем, рост по всем основным инструментам. Да, и опять же, если не будут ожиданий, да, то есть оправданий именно по инвесторам. То есть если инвесторы для себя отметят и увидят, что все-таки, да, те перспективы, которые они ожидают, да, они будут актуальны в текущем, да, в следующем году, да, и в следующем периоде, то это будет позитивным таким вот эффектом. И что касаемо золота, да, то есть золото, конечно, у нас вот именно на высказывание, на ожидание может обновить, собственно, минимум, но в дальнейшем, опять же, да, после того, как просигнализирует нам о будущем, да, будущей политике на следующий год, там просигнализирует ФРС, уже там во второй половине, как я уже говорил, этой недели, да, то есть будет уже ожидать, ну, опять же, сокращение очередной позиции американских по американскому доллару, да, то есть лонговых позиций, и это происходит, и вчера это происходило, мы видели тоже постепенно, да, то есть это говорит о чем? Это говорит о том, что все-таки, да, ожидания есть именно по процентной ставке, но очень важный момент все-таки вот в дальнейшем, что скажет глава Федеральной резервной системы на будущее. Поэтому инвесторы очень аккуратно подходят к этому событию, да, и стараются не рисковать, не наращивать позиции по доллару, да, то есть, а наоборот, их сокращают. Для того, чтобы потом, если действительно будет хороший сигнал, да, они могут уже по факту опять зайти, добавиться. Вот. Поэтому завтра, конечно, мы с вами все это увидим, услышим, узнаем, ну и уже в четверг, в общем-то, на нашем утреннем обзоре прокомментируем. Вот, а пока видим, что касаемо технической картины, да, то есть идем на обновление, и максимум, в общем-то, у нас в процессе формирования на 4-часовке, вот, ждем движения вниз, ну и если у нас будет пробитие сегодня зоны 1157.13, да, то есть выход, ну, конечно, обновление мы увидим минимума и движение уже к границе 1143.64. Далее. Рубль. Вот, рубль, обратите внимание, продолжает удивлять, да, то есть уже вышли мы ниже зоны 61, идем дальше вниз, идем к следующей важной границе 60 ровно, вот, и несмотря на то, что у нас нефть, да, со вчерашнего дня начинает потихоньку корректироваться, видимо, на рубль особо это не действует, то есть, опять же,
Но массовые покупки, да, рубля вот, приводят к тому, что рубль, видим, постепенно укрепляется. Да, и пока эти покупки будут продолжаться, да, естественно, ну, остановить вот, наращенный объем, да, движения, ну, мало кто сможет. Единственное, конечно, когда, в общем, сокращение будет этих покупок, да, то есть закрытие позиций в рублю, тогда, конечно, мы увидим, в общем-то, такой долгожданный уже минимум образования, разворот движения наверх. Поэтому вот это движение, конечно же, ну, никто практически не ожидал, да, что вот будет такое сильное движение, сильная динамика укрепления рубля, да, и что рубль может оказаться еще ниже зоны 62. Вот, то есть идем дальше, еще ниже, да, мы видим, то есть вчера, в общем-то, дошли мы до границы 62 и уже пробили данную зону. Сегодня ждем открытия очередного, появления котировки в терминале. Ну и если пойдем дальше ниже, да, то есть, ну, следующая зона у нас для достижения — это граница 60, собственно. Вот, посмотрим. Пока, конечно, находимся мы на самом деле на минимумах таких многолетних, да. Ну вот последний раз мы оказывались, да, в 2015 году, в октябре у нас была ситуация, и ниже зоны, вот получается начало, да, начало самого 2015 года, цена была ниже 61. Вот, поэтому сегодня ожидаем. Доллар, как мы уже знаем, да, пока на текущий момент вообще, в принципе, пока не влияет на доллар-рубль, да, и на рубль. Вот, поэтому тут уже какие-то там, скажем, поползновения по сторону там укрепления, опять же, краткосрочного, да, возможно, укрепления американской валюты особо не отразится на паре доллар-рубль. Далее, евро, валюта. Евро, видим, у нас вчера также откорректировалось, то есть с образованием, опять же, в процессе сейчас образования максимума на 4-часовке. Вот, то есть сокращение позиций, да, главной американской валюты, позиций лонговых, вот, приводит к очередному коррекционному движению наверх, да, то есть от основного среднесрочного движения у нас среднесрочный тренд нисходящий. Вот, и не смогли мы, да, вчера были попытки достижения зоны 1.05, то есть первой, вернее, даже не с первой, с очередной попытки, да, мы не смогли достичь данную зону. Вот, будет еще у нас, конечно, возможность, потому что перспектива, конечно, среднесрочная, там, на следующий год дальнейшее снижение, да, и многие, в общем-то, прогнозируют, ну, движение к паритету, да, то есть один ровно. Вот, и пока, что касается политических факторов, да, политической обстановки, напряженности в еврозоне, пока, в общем-то, цена не учитывает, да, эту напряженность. И думаю, что более актуально будет это уже в следующем, 2017 году. И плюс, конечно же, повлияет уже решение самой Британии, да, в отношении Брекзита, выхода. То есть тоже, помним, мы с вами об этом говорили в январе месяце, то есть уже Верховный суд Британии, да, огласит свое решение по заседанию, которое у нас было, по-моему, на той неделе, да, четырехдневное заседание. Вот, сейчас как раз-таки там коллегия судей, там один из судей, разбирают все моменты, ну и будут уже голосовать и вынесут свое решение в январе месяце. Вот, которое тоже повлияет на ситуацию по евро-доллару, да, все-таки если суд удовлетворит, ну, в общем, апелляцию, да, правительства и Тереза Мэй, да, как главу, да, правительства, в общем-то, то тогда уже, ну, мы увидим ускорение даже, да, ускорение движения по евро-доллару вниз, да, и обновление постоянных минимумов. Поэтому будем смотреть, конечно, ожидать, пока держится, да, пока евро держится в таком узком диапазоне, идут движения. Вот максимум у нас недавно был, да, на фоне вот
событий, которые в Италии происходили, да, когда у нас 1.0850 даже цена выходила за эту зону, вот, ну и потом все равно мы вернулись к нижним границам, то есть, ну и сейчас вот двигаемся, у нас, скажем так, диапазон наших движений составляет, то есть верхняя граница 1.0661, да, и, соответственно, нижняя зона, то есть, ну, около 1.0530, да, то есть граница. Вот, то есть в этом диапазоне идут у нас движения постоянные. Вот, поэтому будем дальше смотреть, наблюдать. Ну и завтра, конечно, тоже событие в любом случае повлияет на евро-доллар. Вот, высказывание, будущее, политика денежно-кредитная. Вот, если все-таки будет, ну, агрессивное высказывание, что на самом деле, ну, маловероятно, но возможно. Агрессивное высказывание, как правило, повлияет положительно на американский доллар. То есть это, опять же, что касается агрессивных высказываний, то есть когда Джанет Йеллен просигнализирует, да, то есть сколько ожидать в следующем году, да, повышения процентной ставки. Будет ли вообще повышение в следующем году? Вот, если она об этом просигнализирует, скажет, что американская экономика готова, да, то есть к следующим там повышениям, то тогда это будет позитивный момент, очень хороший момент. И, конечно, увидим уже завтра при такой обстановке, да, факторах, увидим снижение евро-доллара. Далее, что касается британского фунта, британский фунт тоже видим вчера. После вот такого ослабления, да, опять же, произошел у нас разворот движения наверх, фунт укрепляется. Сегодня пока находимся во флете и ожидаем статистику. Сегодня у нас выходят данные по индексу инфляции, потребительских цен. Важная статистика, ожидания достаточно неплохие, поэтому можем сегодня увидеть продолжение роста инструмента. Вот у меня, кстати говоря, позиция открыта по британскому фунту на покупку на развороте. Да, и, в общем, ждем движения к максимуму среднесрочному своему. То есть здесь у нас максимум был сформирован 1.2765 где-то у этой зоны. Вот, есть у нас сопротивление, которое пока мы не можем пройти, то есть это зона 1.2793. Вот, посмотрим, сейчас пока в процессе движения, то есть было ослабление, но после ослабления мы видим, что тренд у нас продолжается, конечно же. Вот, и посмотрим, будет ли обновлен у нас максимум, в общем-то, максимум пятницы. Это даже не пятница, четверга. Вот, если мы сегодня обновим, что, ну, вполне, в принципе, вероятно на сегодня, да, такой вот краткосрочная динамика, вот на этой краткосрочной динамике мы постараемся заработать с вами. Вот, а в дальнейшем, ну, завтра уже, конечно, будем обращать внимание на другие моменты, факторы. Ну и плюс в дальнейшем ожидаем также важное событие — заседание Центрального банка Англии, которое будет в четверг уже. Вот, и посмотрим, какие там будут перспективы, что нам ожидать, да, от крупных участников инвесторов и какая, в общем-то, будет динамика. Это мы осмотрим с вами уже, ну, ближе к самому событию, да, в четверг. Вот, поэтому пока на текущий момент в ожидании статистики важной и роста, продолжения роста, да, то есть обновления максимумов, движения наверх. Вот, то есть покупки на сегодня, да, актуальны. Далее, что касаемо доллар-франка, здесь мы видим, что франк тоже у нас вчера немного укрепился, то есть после того, как мы обновили очередной максимум, пошла у нас коррекция, и сейчас потихоньку мы видим в процессе, да, после того, как мы ушли вниз, да, то есть мы видим, что потихоньку у нас цена восстанавливается по тренду и образовываем на 4-часовке очередной минимум. Вот вчера у нас, ну, опять же, ну, все уже знают, да, если кто-то не следит, скажу, да, что у нас особо вчера важных каких-то новостей и статистики не было.
доклада, да, чтобы нам можно было сегодня прокомментировать. Поэтому мы сегодня больше обращаем внимание именно на техническую картину, да, вот в первой половине дня. Вот, и ждем образования минимума здесь, и далее уже, что касаемо продолжения, возможно, продолжения покупок, ну, здесь ждем пробития зоны 1.0166, движение наверх, и после того, как у нас она пробьет эту зону, тут уже можно будет делать короткие покупки до границы 1.0224. Вот. Ранее у нас цена тоже по пробитию зоны, да, видим, ну, чуть-чуть буквально не дошла, то есть была 21.14, 0.2.14, да, то есть, ну, тут буквально 10 пунктов хватило, то есть ждем второго, да, захода сюда же, в эту зону, но здесь уже ожидаем именно пробития зоны 1.0166. Далее, иена японская. Здесь мы тоже видим, что иена японская у нас вчера откорректировалась. Вернулись мы к важной зоне, теперь уже поддержки 114.76. Вот, и видим, что сейчас цена разворачивается, образовываем максимум, минимум на 4-часовке, извините, и движение наверх с тем, что мы в дальнейшем, да, перспективы обновления среднесрочного максимума пробития зоны 115.74 и движение уже к границе 116.66. Вот, это мы вполне себе можем увидеть. Ну, конечно, завтра уже ситуация нам в любом случае покажет, подскажет. Вот, и более того, да, при, ну, вот, положительных исходов, при подтверждении ожиданий, да, крупных участников, инвесторов и ожиданий самого регулятора, да, ФРС, если все у нас совпадет, да, то очень хорошее движение доллар-иена лучше всех отреагирует на как раз таки эти события. Вот, поэтому возможно даже и очень хорошую динамику мы видим, такую краткосрочную, да, динамику и превышение даже зоны 116.66, движение к зоне 117 можем увидеть спокойно. Вот, ну, это будет, в общем-то, завтра, да, сегодня пока мы видим, что в процессе, да, движение по тренду идет у нас, минимум образован, идем наверх достижением первой зоны 115.73. Вот здесь уже ждем пробития данные, да, то есть обновление максимума и движение к зоне 116.65. Далее канадец. Вот, ну, канадец, вчера я об этом говорил, оно так и есть, видим, что уходит в консолидацию просто-напросто, разнонаправленные движения, динамика, конечно, торговать при таких условиях, ну, абсолютно невозможно. Это однозначно, поэтому тут мы пока ничего, конечно, не делаем. И, ну, опять же, связано с тем, что есть и то, что происходит, да, сейчас на рынке черного золота, тоже небольшая стабилизация, плюс, конечно же, канадский доллар, да, сам по себе, конечно, ну, не особо крепкая на самом деле валюта, помогает укреплению рынок черного золота, ранее помогал, да, там всю прошлую неделю у нас канадец неплохо укреплялся, до этого тоже укрепление было, сейчас пока вот динамика, в общем-то, движение остановилась. То есть, ну, и ожидаем в дальнейшем просто такую вот разнонаправленную динамику движения. Единственный момент, конечно, завтра возможен импульс в определенную сторону уже на самом заседании ФРС. Посмотрим перспективу и далее, возможно, увидим все-таки образование минимума и движение наверх при положительном исходе, да, то есть в высказываниях от Джанет Йеллен. Вот. Но пока, если рассматривать вот ситуацию, да, перспективу, ну, вот у нас нефть находится, да, на своих верхних позициях и пока не спешит, да, к падению. Ну и, собственно, американский доллар тоже находится на самом деле на тоже таких достаточно крепких позициях, вот, в течение
там, всего месяца, да, ноября, были покупки. Вот индекс доллара тоже там со временем, да, бьет свои максимумы. И, конечно, в связи с этим видим вот такую вот просто консолидацию. И в дальнейшем, да, если она будет, она неизбежна, тем более по паре доллар-канадец, уже после заседания по факту, там, когда уже ближе будет к праздникам, да, во-первых, и рынок уже станет более спокойным, будут сокращения динамики, ликвидности, ну и пара уйдет просто в консолидацию. Но сейчас уже есть, да, вот намеки на это. Вот, и уже после завтрашнего события, ну, следующая неделя уже все, можно про доллар канадец, ну, как минимум там на следующий месяц, да, то есть уже на начало января, то есть вот до конца декабря можно забыть, в принципе. То есть, ну, здесь уже интереса никакого абсолютно не будет ни к покупкам, ни к продажам. Вот, посмотрим. Ну, это опять же мое мнение, представление, как оно будет. Неожиданностей много у нас с каждым годом, поэтому, может быть, что-то произойдет, да, какой-то форс-мажор, да. И тут, конечно, реакцию мы увидим в любом случае, но пока вот именно так ситуация представляется именно по паре доллар-канадец. Далее, австралийцы, мы видим, что вчера у нас тоже были попытки пробития зоны 0.7505, и в очередной раз проверка была для моего стоп-лосса, и вот буквально там, не знаю, пункта, наверное, двух не хватило до закрытия позиции. Сделка держится у меня, и движемся постепенно, то есть видим, что образовывается у нас максимум. Как я уже говорил, да, то есть пока австралиец у нас держится, поддержку оказывают вот сырьевые товары, рост, да, то есть и нефть, и железная руда, вот, и на текущий момент австралиец пока растет, но опять же, вот движется он в определенном диапазоне, и есть вот действительно такой вот уровень сопротивления достаточно неплохой, зона 75.05. Вот, ждем движения, ну, перспектива, опять же, среднесрочное движение вниз. По-прежнему у нас с вами есть условия по продажам, тем же это пробитие зоны 0.7443, ничего не меняется. Ждем пробития, ждем выхода из данного диапазона, и далее уже ориентируемся на продажу с целью. Первая цель у нас 0.7384, далее зона 0.7350 к этой границе. Вот, и далее, если мы пробиваем зону 0.7350, в свою очередь, то есть идем уже на обновление среднесрочного минимума раз, и с достижением уже следующей цели 0.7198. Вот видим, что сейчас просто-напросто в процессе мы формирования среднесрочного максимума до сих пор. Вот, и если смотреть, да, то есть дневка у нас вообще показана, ну, движение абсолютно разнонаправленное, и движемся мы в диапазоне. В основном, да, то есть нижняя граница у нас составляет как раз таки зона 0.7443, и верхняя граница 0.7505. То есть вот постоянно мы в этом диапазоне, то вверх, то вниз двигаемся. Вот поэтому сейчас, в общем-то, в связи с тем, что нефть, возможно, еще откорректируется, да, опять же, небольшое ослабление у нас по австралийцу будет, ну и плюс еще, конечно, поддержку уже, ну, это такие внешние больше факторы, которые поддержку оказывают австралийской валюте, также новозеландской, это данные по Китаю. Вот сегодня, кстати говоря, тоже была важная статистика по Китаю. Сегодня была публикация статистики по промпроизводству. Вот, и в годовом, в общем-то, исчислении данный макроэкономический показатель вырос он на 6,2%. И по сравнению с предыдущим значением и, в общем-то, прогноз, который был от экономистов, прогноз был по цифре 6,1%. То есть было превышение прогноза. Плюс, помимо этого, также еще один показатель, который транслировался, это розничные продажи в Китае в ноябре. В годовом исчислении также выросли, увеличились на 10,8%. После
прогнозе роста на 10%. Ранее экономисты ожидали рост показателя на 10,1%. То есть в итоге по факту цифры все вышли лучше прогноза и, конечно же, это оказывает поддержку валютам, партнерам, да, основным партнерам Китая. В отчете как раз-таки Национального статистического управления отмечено, что объем розничных продаж, в общем-то, через интернет вырос с января по ноябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом того же года. Вот, то и вырос он на 26,2%. Вот. Ну и также было выступление, в общем-то, главы бюро статистики МАО, который отметил, что показатели потребления как раз-таки демонстрируют хорошую динамику, и, собственно, уровень безработицы остается на уровне 5%. Достаточно низкий уровень на протяжении нескольких уже последних месяцев. Вот. Да и также в последнее время наблюдается стабильность в индексе потребительских цен, который вот в ноябре составил 2,3%. Вот. И видно, что китайская экономика растет, да, то есть умеренными темпами, и все идет с ожиданиями, скажем так. И в дальнейшем, да, то есть вот именно политика, да, властей Китая будет направлена именно на укрепление, да, национальной экономики, поддержку всевозможную будет оказывать. И, конечно, также параллельно, да, и это будет оказывать поддержку и валютам, да, партнерам, в том числе, то есть и австралийскому доллару, и новозеландскому доллару. Но это, опять же, внешний фактор, который тоже влияет, но, опять же, не так кардинально, но есть влияние. Вот что касаемо новозеландца, здесь тоже видим ситуацию похожую. Вчера новозеландский доллар у нас укрепился, да, то есть, ну и сейчас мы в процессе образования максимума находимся, практически доходили до зоны важной сопротивления 0.7209. Вот, и пока видим, что есть ослабление уже роста. Сегодня, если мы сформируем максимум на 4 часовке, мы видим, что этот максимум будет уже ниже, чем предыдущий. Ну и перспектива, конечно же, среднесрочная. Смотрим вниз. Сейчас в процессе образования на дневке среднесрочного максимума. И у нас условия есть, да, по продажам. Хорошим, уверенным продажам уже они последуют после пробития зоны 0.7115. Вот эта вот граница, если мы ее пробиваем, то и главное, мы должны не просто пробить, закрепиться, да, ниже данной зоны, будем уже уверенно продавать с ближайшей целью 0.7050 и далее уже с обновлением прошлого среднесрочного минимума с достижением зоны 0.6962. Вот таким образом. То есть новозеландец у нас среднесрочная перспектива, идем вниз, так же как и австралиец, в принципе. Так, давайте теперь посмотрим новостной фон на сегодня, что у нас интересного. Так, Германия сегодня, индекс потребительских цен. Ожидания, видим, без изменений. Так, гармонизированный индекс год 0,7 тоже без изменений. И месячное значение ноябрь без изменений. Видим, что, ну, цифры все абсолютно прогнозы, то есть подтверждают факты прошлого периода. И, скорее всего, возможно, мы увидим, да, повторение прогнозов, то есть изменения каких, никаких серьезных у нас не будет. Далее, в 12.30 Британия. Вот здесь уже у нас информация по индексу потребительских цен будет выходить, базовый индекс потребительских цен. То есть здесь мы видим индекс цен производителей также на выходе, да, в год 2,5% увеличения мы видим. Так, индекс цен производителей по месяцу 0,2, чуть хуже. Далее индекс цен производителей на выходе по году без сезонной корректировки 13,5% рост. Так, базовый индекс цен производителей здесь у нас 2,3% по году, да, видим, что укрепление. Ну и вот, пожалуй, главный, в общем-то,
новости, да, статистика, которая все-таки краткосрочно повлияет, да, на британскую валюту. Сегодня базовый индекс потребительских цен, да, и индекс потребительских цен, то есть по году мы видим значение 1,3, да, рост прогнозируют. Далее индекс потребительских цен 1,1, тоже рост. И по месяцу ноябрь тоже рост мы видим. То есть по ожиданиям мы видим, что британский фунт у нас сегодня может укрепиться, да, и пойдет движение у нас к предыдущему среднесрочному максимуму. Так, далее, 13.00 сегодня уровень занятости, уровень квартально-годовое значение, да, то есть по еврозоне самой ожидания у нас нету, ну и как мы видим, что здесь события особо никак не повлияют на пару, но ожидания, к сожалению, нету, то есть чтобы посмотреть, что здесь будет, все равно краткосрочная динамика, она возможна, там особенно для тех, кто торгует, да, короткими позициями, и для скальперов тоже, конечно, важный момент, там даже движение 10 пунктов тоже имеет определенное значение, конечно, для определенной категории трейдеров. Так, ну и Америка. Открытие 16.30, индекс цен на импорт, на экспорт. Здесь мы видим, что снижение происходит, и это такой негативный фактор, краткосрочный для американского доллара на сегодня. Так, погоду. Ну, здесь погоды у нас ожиданий почему-то нету пока. Так, далее, сегодня размещение, да, 30-летних гособлигаций, ну и как мы знаем, что доходность продолжает расти, да, то есть 10-леток, 30-леток, в общем, тоже изменения. Вот, посмотрим, ну, по факту уже увидим цифры, какие. Так, ну и ночью, что у нас ночью интересного, так, ну, отчет от американского нефтяного института по коммерческим запасам. Пока у нас там каждую неделю наблюдается сокращение запасов, то есть это положительный эффект прежде всего для рынка черного золота. Далее индекс потребительской уверенности Австралии от Westpac банка. Ну, цифр тут нету, но в общем-то данный индикатор, конечно, краткосрочно повлияет на пару Австралии с долларом и Япония у нас. Индекс активности для крупных предприятий во всех, да, отраслях. Здесь мы видим 6,1, да, то есть чуть хуже активность, за, чем предыдущий, да, при периоде. И здесь квартальное значение, третий квартал получается. Далее индекс деловой активности в секторе услуг. Танкан, да, третий квартал. Чуть лучше мы видим значение 19. Индекс крупных производителей тоже видим значение чуть лучше прогнозирует. Прогноз деловой активности в секторе услуг тоже мы видим цифру лучше. Так, и деловая активность для крупных производителей, третий квартал, тоже видим, что чуть лучше. Ну и в принципе, конечно, могут повлиять краткосрочно, немного укрепив уже валюту японскую иену. А в свою очередь, то есть это будет ночью в 2.50 ожидаем. Так, ну и утром у нас в 7.30 промпроизводство, также, ну, ожиданий тут у нас нету. Вот, поэтому на сегодня, конечно же, в ближайшее время ожидаем Британию, да, с новостями, индекс цен производителей и потребительские цены, индекс инфляции, главное событие на сегодня, которое может уже, в общем-то, дать динамику по этому инструменту. Вот, на текущий момент, в принципе, у меня все, что хотел рассказать, показать. Так, вопросов вижу, у нас нету, поэтому хочу пожелать всем на сегодня хорошего настроения, удачи, ну и встретимся с вами еще в 13.30, посмотрим, как у нас Европа и Британия повлияла на основные инструменты. Всего доброго и до скорой встречи.